наверное, самой оригинальной композиции Деместиного распева, где во время пения четырех голосов звучало одновременно около шести разных текстов. И это песнопение литургическое. Это достойно есть после евхаристического канона, где, начиная с текста «Честнейшую Херувим», еще три, четыре или пять голосов на эту тему, на тему славления Богородицы, поют свои тексты. И в одном сборнике времен Михаила Романова есть очень интересные богослужебные указания, как эта вещь исполнялась. Я сейчас их прочитаю. «Егда уба повелит святительно литургии, разнохваления приносите Богородицы, поют дьяки полудостойного стиха». То есть одни певцы исполняют нормальным деместиным распевом, все вместе один и тот же текст достойно есть. Далее поют подьяки на амвоне честнейшую херувим разную. Один, в данном случае это нижний голос, славя, поет воплощение Господа из Иждителя, из пречистой утробы Ея, честнейшую всех, избранную, и Бог ею плоть прият. От нея же тли и смерти свободшися, недомысленно радующийся, тя величаем. Вот этот текст «тя величаем» все голоса поют уже вместе, они сходятся в конце. Другой певец, в данном случае верхний голос, «духом радуйся, вопиет, честнейшую херувим, родши свет пребожественный, прогоняя мрак неведения нашего, свету сподобившийся, чистая мать и дева, тя величаем». А инже, это как раз деместиный распев в деместином четырехголосии, «песненную уясняет хвалу без рассуждения, сущую Богородицу поет». То есть он поет основной текст «Честнейшую херувим». Аин в данном случае это путь, «духом и радостью веселяся поет, честнейшую, всех превысшую, Матерь Бога нашего, святейшую, почтенную от всех родов, прихвальную, пренепорочную, пронареченную всех царицу деву, нескверную Богородица, веселящийся вси дева, тя величаем». Вот таких честнейших разных их было две. Большая и малая, мы исполняем честнейшую малую, и она фигурирует в рукописях самого раннего, еще 17 века, и неожиданно совершенно она появляется в линейной нотации уже в 18 веке во время царствования Петра I. Немножечко заранее забегая вперед, скажу, что вся эта архаичная древняя музыка, она при Петре I отнюдь не упразднялась, она по-прежнему звучала, исполняясь певчими дьяками, наряду с партесной музыкой. Честнее.